Вирусы не уходят, заболеваемость не падает. Только за прошлую неделю более 4000 случаев ОРВИ. По ковиду тоже рост. Чаще болеют дети. В школах и детсадах усилили профилактику. Меряют температуру. Классы уходят на карантин. Все хорошо. Температура нормальная. Можно круг урока. В столичной школе номер 14 на входе меряют температуру. Накануне в школу не пришли 85 детей. Заболели. А что значит, на карантин в школе закрыли уже 5 классов. 3 из них на дистанционке из-за ковида. 2 класса по заболеваемости. Свыше 30% детей болеют ОРЗ и ОРВИ. У нас 1 первый класс, 2 четвертых класса и 2 девятых класса закрыты сейчас. Температуру мы измеряем при входе, а также 2-3 класса в день наш медицинский работник проводит термометрию с помощью ртутных градусников. Все-таки показания более четкие, более точные. В день с высокой температурой 2-3 человека. Если подтверждается, тогда изоляция ребенка и сообщаем родителей. А это первая столичная поликлиника. На одного врача до 30 пациентов в день. Очереди очень большие. Справляемся тяжело, но справляемся. Сейчас случаи коронавирусной инфекции участились. Буквально за прошлую неделю и вот эту случаев стало очень много. И я бы сказала, что коронавирусной инфекцией болеют чаще, чем простым острым респираторным вирусным заболеванием, либо же ОРЗ. Заболеваемость коронавирусом растет в Приднестровье 3-ю неделю подряд. На прошлой неделе в среднем в день было 90 случаев. Врачи говорят, время вспомнить про маски. Доказано уже, что каждое дотрагивание до слизистых глаз, носа, рта – это риск занести инфекцию. Это ворота проникновения вируса. И каждого призываем к ответственности за то, чтобы не плодить, как говорится, больше больных вокруг себя. Это должен каждый осознавать. Растет и заболеваемость ОРВИ. Больше болеют дети. Продолжают фиксировать у нас и случаи гриппа.